Так, вот он, Сатурн. Сатурн 5 мая 2021 года встает над Харьковом. 4.33 по Киеву, в Харькове. Ждем мы МКС, Международную космическую станцию. Уже через пару минут должна она над горизонтом подняться. Но пока глянем на Сатурн. До него 1 миллиард 479 миллионов километров. Он приближается к нам. Так, а ну давай сейчас попробуем эти две минутки уместить еще и Юпитер. Юпитер у нас сейчас вообще шикарно. Аккурат над Луной. Видно? Видно, чего ж не видно. Но, к сожалению, только 3 галилеевых спутника. Не знаю, будет ли их сейчас видно. При таком разрешении, разрешение настроено светочувствительность на МКС, конечно, а не на спутники Юпитера. Куда ж ты сбег-то? Ой, ну еле-еле на экране видно эти спутники. А где наш МКС? Уже, в принципе, должен подниматься. Не вижу я даже экваториальных полос. МКС. Поехали пока к нему, к ней. Международной космической станции. Трезвая выпадает. Ты же моя лапочка. Бог еще за дом спрячется. Орел. Просто орел. Не спрячется, мимо пролетает. Хорошо.
Ну, извиняйте, уж стараюсь, как могу, уже не дышу. Резвый, 27 тысяч километров в час, ребятки. Ну, по-моему, все равно несколько кадров получились неплохо. Можно на стоп-кадрах поподробнее рассмотреть. Ладно. Все, спрятался за дерево. И хорошо. Мы пошли к луне, чтобы людям в окна не залезть ненароком. Так. Мы пошли к луне. Она у нас тоже раскрасавица. Что-то мы так скрипим. Ну давай сначала в полный рост я сниму мультипликационную нашу луну. Месяц. Теперь на линию терминатора. Низко над горизонтом луна, конечно, еще мутненько видно, но колебания воздуха земного видны. Но тем не менее. Так, все, Сатурн уже пропал, да, слишком светло. Ну хорошо, сейчас мы вот еще один дублик сделаем. Что у нас? У нас...